Привет всем! Этот видеорепортаж будет коротким. Я сейчас нахожусь в Изоле. Изола – это городочек возле моря. Я так понимаю, это порт. Я сейчас вам скажу, почему я понимаю, что это порт. Сейчас идет дождь здесь. Посмотрите, вот это вот море. Красота. Порт. Вон там дальше, если посмотреть, порт. Если посмотреть там на море, там куча-куча кораблей. Вот там вот вдалеке. И мы только приехали сюда в Изолу, и начался дождь. Печалька. Ну ничего не поделаешь, будем снимать здесь. Хочу вам показать хотя бы что-то интересное. Здесь, конечно, из таких достопримечательностей, это то, что здесь растительность будет немного отличаться от той, которая по всей Словении. Потому что здесь другой климат и, соответственно, другие деревья. Посмотрите, какие... Посмотрите, какие здесь растут деревья. Вот так вот их хорошо видно. Это такая сосенка получается, но она не обычная, а как карликовая. Но зато под ними нет дождя. Вот это вот нашла, посмотрите, какой-то огромный... Мне кажется, знаете, что это? Мне кажется, это мотор... Какой-то какого-то корабля, наверное. А мы сейчас посмотрим, что здесь написано. По мотору этого корабля здесь написано, что это что. Вот здесь мы идем сюда. Вот здесь мы идем сюда и смотрим. Втраен спомин всеми кусы приспевали к развою словенские поморские традиции Ладиница Изола. Вот оно тут нарисовано вот так вот. Все, теперь мы уходим отсюда, уезжаем, потому что много дождя. И как бы не очень интересно снимать по дождю, когда и мокрый телефон, и мокрая я, и мокрая все. Возможно, дождь немножко прекратится, я сниму еще вам видео. На этом Изола с вами прощается. Я тоже с вами прощаюсь. Море, море. Вот такое вот море. Все, пока. С вами Наташа Словения.